Пройдена почти половина пути. Павлодарская область, хоть и находится по-прежнему в красной зоне, однако число привитых жителей региона приближается к половине. Ежесуточное вакцинирование превышает 2500 инъекций. Чтобы создать коллективный иммунитет, необходимо привить не меньше 60% населения. По подсчетам специалистов, в абсолютных цифрах это 450 тысяч жителей Павлодарской области. Последняя информация, озвученная специалистами здравоохранения, внушает небольшую надежду на улучшение. Главное, нет очередного суточного антирекорда по заразившимся. За прошедшие сутки зарегистрировано 291 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Касательно загруженности инфекционных стационаров, загруженность составляет 48%, около больше 100 человек, состояние их оценивается в тяжелой степени тяжести, 21 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней назад в сутки количество новых больных доходило до 311 человек. Сейчас этот показатель снижается. Растет и число тех, кто решил вакцинироваться. За последние сутки количество прививаемых в сутки в сравнении с предыдущей неделей она выросла. Если на прошлой неделе в среднем, так скажем, в сутки прививалось около 1000-1500 человек, а вот за последние дни их количество увеличилось до свыше 2500. По области подготовлено 160 прививочных пунктов, по городу свыше 60. Передвижные прививочные комплексы в Павлодаре пока не используются. Они задействованы в сельской местности. Александр Смирнов, Юрий Белевский, Ертыс Акпарат.